Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими партийцами приняли участие в акции «Добрый огород». Единороссы купили и привезли в Одинцовский центр гуманитарной помощи семена для жителей Донбасса. Акция проходит на федеральном уровне с 14 апреля. Сегодня в Подмосковье продолжают функционировать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Один из них открыт на базе Одинцовского молодежного центра по адресу Можайское шоссе, 38.